Эта программа, говорит губерния, сейчас очень трудно фильтровать информацию. В интернете появляются разные сообщения, их начинаешь перепроверять, потом оказывается, что все неправда. Поэтому мы предпочитаем получать ее из первоисточника. Поэтому воспользуемся случаем, чтобы узнать о новом э, бюджете России на 2021-2023 год, который только что приняла Государственная Дума. Это вот сразу же комментируют совершенно разных позиций. Кто говорит, что там урезаны социальные расходы, кто говорит, что наоборот силовой блок в какой-то веке ущемили. Вот всю правду узнаем у нашего гостя Борис Гладких, депутат Государственной Думы Российской Федерации от Хабаровского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Откровенно скажу, что это спекуляции по поводу урезания социальной части бюджета Российской Федерации. Наоборот, социальная часть выросла, но в целом, если мы отметим, то все-таки бюджет на две трети социальный. Но в качестве обоснования могу отметить, первое, индексация пенсии, индексация минимального прожиточного минимума, минимальной заработной платы, это уже прирост. Плюс у нас появились новые составляющие, это горячее питание в школах, начальная школа, это дополнительные выплаты по материнскому капиталу, которые сейчас выросли, и за второго ребенка это 600 с лишним тысяч рублей. И вот эти очевидные вещи уже отрицать нельзя. Плюс мы видим, что на 13 миллиардов рублей это та часть, которая связана с субсидированием перевозок, в том числе там... Дальневосточные перевозки. Также хотел бы отметить, что помимо прямых есть еще и косвенные составляющие, ну, например, вопросы, связанные со строительством капитальных строений в сельской местности, это и ликвидация третьей смены, это тоже социальная часть бюджета в части строительства новых школ. Это и строительство домов культуры. У нас культура – это тоже та часть бюджета, которая относится к социалке. И у нас на территории края аналогичное в региональном бюджете, аналогичное отделение уже на протяжении пяти, отставить на протяжении шести лет уже такая пропорция бюджета сохраняется. Хотел бы отметить, что добавляется еще 718 миллиардов рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. И это мы еще как бы не говорим за ту часть, которая тоже отчасти является социальной. Это вопросы, связанные с субсидированием предпринимателей в части половины отчислений по социальным взносам. То есть то, что в связи с ковидной составляющей. Плюс выросли затраты на учреждение здравоохранения. До 90 миллиардов рублей новая статья на новые учреждения здраво здравоохранения на передвижные медицинские центры то что касается а, развития здравоохранения на территории сельской местности а, программа чистая вода это тоже а, вопросы которые в том числе улучшат жизнь на селе качество жизни на селе улучшится через эту составляющую поэтому а, бюджет по-прежнему социальный а, но а, напряженный и хотелось бы отметить что конечно же, в этой ситуации мы не можем прогнозировать, что будет в следующем году с кризисными явлениями, с ковидом. Но, тем не менее, в том случае, если мы получим доходы дополнительные бюджета, что мы будем с ними делать и как мы подстраховали эту ситуацию? В этот раз мы, помимо бюджета, приняли еще постановление к бюджету. И в этом постановлении мы закрепили основные вопросы – которые не должны подвергаться секвестру. Это вопросы строительства учреждений здравоохранения, например. Также хотелось бы отметить, что дополнительно на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения направлено еще 90 миллиардов рублей, 99 миллиардов рублей. И тем самым вообще затраты на здравоохранение сейчас увеличены на 13%. Вот только в этой структуре бюджета и составляет 1 триллион 123 миллиарда рублей. И э, хотелось бы еще э, дополнительно отметить, что все-таки э, те отрасли, которые будут поддержаны, те направления, которые будут поддержаны в случае, если будет дополнительный рост доходов бюджета, это, безусловно, траты на обеспечение жильем детей и сирот, это вопросы переезда с территории э, север, крайнего севера. Вот эти вещи, они будут поддержаны в первоочередном порядке, в том случае, если у нас появятся дополнительные доходы бюджета. Я забыл сказать, наш телефон 45 66 45. Если у вас к вашему депутату есть вопросы, звоните. Да, Борис Михайлович, вот вы затронули тему коронавируса. Еще весной, нет, точнее, в начале лета была анонсирована национальная программа по восстановлению экономики, по выходу из кризиса, вызванного коронавирусом. Планировалось, что в нее будет заложено, там, если я не ошибаюсь, 580 миллиардов. Вот эта программа в бюджете, она как-то уже обозначена. Может быть, чуть подробнее о ней есть возможность рассказать. Ну, в частности, вот увеличение на 13% расходов на здравоохранение – это тоже часть этой программы. Строительство новых учреждений ежегодно, то есть на три на года мы принимаем бюджет по 90 миллиардов в год – это тоже часть этой программы. И э, хотелось бы отметить, что… Те объекты, которые э, начаты э, в части строительства, по ним тоже невозможен уход э, назад, вот, в, пусть даже в кризисных условиях. Э, плюс выравнивание, э, дополнительная часть на выравнивание э, бюджетов субъектов. Вы она, имеете в виду потери бюджетов из-за коронавируса? Да, э, э, она э, э, тоже связана э, 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 вот как раз с... с федерального бюджета. Да, 718 миллиардов рублей они включают в себя. То есть даже больше получилось на сегодняшний день. Мы рассчитываем, что этот бюджет будет выполнен. Безусловно, есть резервный фонд. Резервный фонд, хочу сказать, что когда-то, когда мы начали получать дополнительные доходы от продажи нефти, Наши оппоненты говорили, что надо все пустить в экономику, никаких кубышек нам не надо создавать. Практика, жизнь показала совершенно обратное. Вот как раз таки Кубышка на сегодняшний день она пригодилась, и мы еще не знаем, чем закончится дальнейшее развитие событий. Придется и бизнес поддерживать, придется и занятость поддерживать. Кстати, на, на э, занятость 240 миллиардов рублей на то, чтобы э, дополнительно обеспечить людей вот, трудовыми местами. Можно переспрошу про поддержку бизнеса, потому что меня очень просили как раз бизнесмены, ожидая ваш приход, задать вопрос. Вот на их взгляд, Государственная Дума условия ведения бизнеса делает только сложнее. Последнее нововведение очень тревожно ожидают. Ну, конкретно в чем? Ну, кстати, у меня просьба к бизнесменам. Задавайте да вопрос. Конкретно в чем последнее нововведение? Если мы говорим об отмене ЕНВД, то необходимо не забывать про то, что есть и другие налоговые режимы, и то, что было удобно когда-то, да, но это не отменяет какие-то вопросы с оптимизацией бизнеса и применением другого налогового режима. Если мы говорим о патентной составляющей, то патент увеличился по числу человек, которые могут быть. Да, там есть определенные диссонансы, но можно добавлять еще и занятостью, отдельно гражданско-правовыми отношениями. Этот вопрос, я считаю, что для совсем уж малого бизнеса. Вот, патентная система она очень хорошо применяется. Плюс развитие вот самозанятости уже по территории Российской Федерации от экспериментальных субъектов уже ко всем в перспективе это тоже возможности в сфере услуг и в такси парикмахерские маникюрные салоны и так далее тоже создать меньше э, трений как бы на тех моментах, когда предприниматель вынужден контактировать с официальными государственными службами или, например, мораторий на проверки. Но ну, разве это сложность? Это наоборот улучшение ситуации. Сейчас даже по жизненно важным отраслям и то провести проверку надо идти в прокуратуру и прокурор даст, не даст такое разрешение, это еще вопрос. Там есть, все, что связано с угрозой жизни и здоровья граждан, да, все остальное, как бы, это ощутимо. Есть какие-то перспективы по вопросу выравнивания энерготарифов для северных территорий Хабаровского края? То, о чем говорил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев, когда вот он побывал в Аяномайском, в Тугуру, Чемиканском районе, там, район имени Полина Осипенко. Эти территории, вот когда закон этот был издан по выравниванию тарифов, энерготарифов там, с центральной частью России, они не вошли, хотя там Камчатка вошла и другие дальневосточные регионы. Вот что с этим? Есть какие-то перспективы? Потому что при тарифе, при энерготарифе там, за 40 рублей, а то и больше, ну, понятно, что ни о каком развитии там, бизнеса, малого и среднего предпринимательства речи идти просто не может. Михаил Владимирович правильный вопрос поднимает, но только для всех остальных, чтобы было понятно, вопрос не связан с предыдущим регулированием, ведь оно касалось большой энергетики. Я как член Комитета Госдумы по энергетике этот вопрос досконально знаю. Но то, что необходимо решать вопрос, абсолютно правильно. И именно об этом говорит Михаил Владимирович. И для этого нужно дополнительное регулирование на федеральном уровне. Я проводил соответствующие консультации с Минэнерго, добивался решения этого вопроса. Но я думаю, что вместе нам будет легче решать в дальнейшем. Пока на сегодняшний день позиция Минэнерго следующая. Это малая энергетика, это полномочия субъектов. Пусть занимаются, пусть начнут, а мы потом, дескать, посмотрим. Никто им сейчас не запрещает. Пожалуйста. Ровно такую же позицию я доводил от Минэнерго до предыдущего руководителя региона. Но попыток как-то сделать на территории субъекта, их не было вообще, вопросом не занялись. Можно было бы, например, дать какую-то преференцию, пусть небольшую, за счет средств регионального бюджета, а предпринимателям сказать, вот вы будете пользоваться, но вот на эту составляющую вы должны экономию реинвестировать в свое производство. То есть маленький эксперимент, да, живем по средствам, но мы уже сможем предъявить Минэнерго, и Минфину и сказать: Вот смотрите, вот мы насколько смогли, мы шагнули. Дальше не получается. Помогайте. То есть дорога должна быть с двухсторонним движением. И я благодарен Михаилу Владимировичу, что он поднимает этот вопрос. Вот я за период работы в Госдуме уже третьего руководителя региона вижу. И вот Первый, кто на эту тему обратил, ну, если я вас внимание. правильно понял, все равно эта перспектива там не ближает, даже не следующего года. Ну, вы знаете, перспектив, если на пять лет назад отмотать, мы тоже много не видели. Но на сегодняшний день, например, мне удалось добиться, чтобы еще на год отложили введение норматива на отопление в зависимости от этажности. В этом году должны были ввести, и у нас бы подорожала услуга в части норматива отопления отопление в домах от 1 до 5 этажей, до 99 -го года постройки, до 70%. Вы понимаете, что это крах для сельского жителя. В этом году должны были ввести, добился, чтобы не дали. В следующем году должны были ввести, тоже добился, чтобы отложили. Сейчас идут споры с Минстроем Российской Федерации, но тем не менее, я когда начинал, тоже не был уверен. Поэтому мы, соседний регион Приморья, там ничуть не лучшая ситуация, Сахалинская область, Еврейская автономная область, мы объединимся и будем постепенно этот вопрос двигать. Я считаю, что малый и средний бизнес мы там действительно не удержим, а субсидии региональных бюджетов, ну их просто не хватает. Мы все дефицитные, кроме Сахалинской области. Все дефицитные. Ну, кстати, а у вас есть какие-нибудь комментарии по поводу последнего заявления о том, что якобы мост на Сахалин не нужен? Я надеюсь, что все-таки та работа, которая начата, она будет продолжена. По моей информации, имеются уже и изыскатель... работы по изысканию, и предварительные какие-то там уже наброски на проект. Мое мнение, мост нужен. Просто потому, что наша территория уже, ее не хватает. И те свободные площади, которые есть на территории Сахалинской области, их можно было бы задействовать, в том числе и вдали от населенных пунктов, в том числе и возродить часть населенных пунктов, которые традиционно жили портовой деятельностью. Там тоже не лучшая ситуация. Несмотря на профицит бюджета, есть населенные пункты, которые ну, безвозвратно могут потерять свою перспективу дальше развиваться. Потому что там нет портовой деятельности, а больше ни на чем они жить не могут. Ни сельского хозяйства там, ни промышленности – тем более, если что-то создавать, опять же, ну, надо как-то доставить это все, чтобы развивать потом дальнейшее. Мы куда потом сбывать? чем? Только судоходным транспортом мы не обойдемся. Поэтому это потребность, которая является естественной, естественно, это данность. Особенно если смотреть на Ванинско-Савгаванский промышленный узел, мы его не, не сможем развивать, даже если увеличим пропускную способность железной дороги. Только потому, что слишком... Большие перспективы, но невозможно это все обеспечить той транспортной инфраструктурой, которая сегодня будет нагружаться еще дополнительным строительством терминалов. А там есть планы по строительству еще одного терминала. Спасибо. Это было мнение Бориса Гладких, депутата Государственной Думы Российской Федерации.